приветики! С вами Олд, да. Ну что, продолжим бегать, доставлять посылки. Что у нас тут? Используем терминал. Пока ты отдыхал, я провел диагностику сети. Мониторинг Хирали и голографические системы в норме. К сожалению, принтер не работает. Да. Знаю, знаю, ты столько сил потратил, чтобы добыть для нас материалы. Это наш косяк. Мы заказали деталь, но ее так и не доставили. Без детали принтер не подключается к Хирали сети. Наверное, ее украли мулы. Возможно, поймали нашего курьера. Если я прав, то они отнесли ее на свою точку выгрузки, которая в самом центре их территории. О! Как насчет украсть у них нашу собственность? Таких квалифицированных людей, как ты, у нас больше нет. Да, да я только начал играть. Какая тут квалификация? Выполнение запросов на доставку. Заказы для Сэма. Так, возвращение интерфейс хирального принтера. Выбрать. Возвращение. А, да. Выбран. Подтвердить. Инструктаж. Сэм, слушай, у персонала распределителя к тебе просьба. Пожалуй, лучше начать с самого начала. Это наш косяк. Мы заказали деталь, но ее так и не доставили. Без детали принтер не подключается к хиральной сети. Наверное, ее украли мулы. Возможно, поймали нашего курьера. Наверное. Если я прав, то они отнесли ее на свою точку выгрузки, которая в самом центре их территории. Как насчет украсть у них нашу собственность? Таких квалифицированных людей, как ты, у нас больше нет. Ну, это я знаю. Ну и все. Доступен, ну и все. А, нет, подожди. Выбран, выполняется, доставлен. И что мне дальше делать? Подтвердить. Ну, подтвердил же, блин. Отменить выбор? Да нет, не надо. Получение заказа. Мама добавила схему сторожевой вышки в твой ПХК. Если у тебя его с собой нет, стоит изготовить. Разведка территории не помешает. Погрузить все. Так, переносится на спине. Авторазмещение груза. ПХК, якорный крюк. Лестница. Два ПХК, якорный круг и лестница, да? Ну, хватит пока мне. Если что, потом разберемся. Заказ назначен. Так, подключить портовый узел, хирально. Но у вас подействовал знак, выносливость восстановлена. Ну, ладно, дадим ему пару лайков. Сканирую. Счастливого пути. Да, сейчас выйдем и сохранимся, а то мало ли. У меня есть такая привычка, блин. Во, все тут сердечек набросали. Чтоб лайки получать. Ну, это, конечно, хорошо. Но! Так. Система.
Сохраним. Заказы. Ладно. Ну все, пойдем. Так, и куда нам идти? Ну, кстати, что тут с этим? Оружие разрешено. Используй транспорт. Тут нету. А куда нам идти-то, блин? Вон туда. Я понял. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Все оружие блокировано до вашего выхода. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер, Бриджес. Пойдем. Оружие разрешено. Так, давай-ка мы посмотрим, как нам тут идти-то. Не использовать. Можно левее взять. Народ тут ходил. Понял, понял. Да и так понятно, что туда идти. Прям точно как при Эльбрусе. Не знаю, правило это или привычка, но мулы почти всегда относят трофейный груз к себе домой. Найдешь ящик, заберешь из него груз. Все просто. Но будь осторожен, эти парни вооружены. Если что пойдет не так, готовься к драке. И чем я буду драться? Нейтрализация мула. Вы атака. Атакуйте мула несколько раз подряд, чтобы отправить его в нокаут. Понятно. Выбор нити. Приготовьте. Чтобы приготовить нить, выберите ее с помощью один. С помощью нити вы можете быстро и бесшумно нейтрализовать противника. Якорный крюк убрать. Нить позволяет связывать противников, людей, парировать атаки в ближнем бою, приготовить нить с помощью... Затем нажмите, чтобы связать противника. Противопехотное оружие. Понятно. Hmm.
А! Это мне если спускаться. Разведку. С помощью сторожевых вышек. Удачно размещена сторожевая вышка, способна оказать бесценную помощь при разведке обстановки в лагере Мула в его окрестности. Возьмите ПХК с помощью 1 и затем используйте 2, чтобы выбрать сторожевую вышку. Укажите позицию и нажмите. Завершено. О, чтобы узнать функции постройки, ну, удерживайте тап, увидите меня на постройке. Использовать сторожевую вышку. Назначение близок. Ага. А где он, блин, почему я не вижу этот? Тут же было, блин, эта хрень. Bridges. Ботинки мулов. Лестница. А что-то я не вижу ни хера.
Все, я понял. Теперь дождь начинается. Надо сохранить... О, блин, не туда нажал. Вообще, ладно, я там сохранялся, если... Точки выгрузки редко пустуют, так что надо действовать скрытно. Старайся перемещаться медленно, чтобы не шуметь. Высокая трава. Ну, там злодей какой-то. Блин. Вот так вот, блин. Якорный круг. Нокаутировали. Высокая трава. Надо сохраниться. О, блин, опять не туда нажал. Система. А, сохраниться нельзя. Там он еще один ходит. Лозастый. Пронеклоняю приседания, будет трое заметить. Вот, блин, сука. Блин, черт, зараза.
сухо. Освободился? Как я вижу, все мулы нейтрализованы. Да. А как съесть этого микробиота? Так, интерфейс кирального берем. Так, что мы еще можем? Якорный крюк мне нахер не нужен. Ботинки мулов. Ненадежностью не нужны нахер. Смолы, металлы можно взять. Двадцать килограмм. Утерянный груз. Я под завязку. Распределили под завязку. Больше ничего. Может быть, что-нибудь скинуть? Якорный крюк, допустим. О, блин. Как пришел, так доставить груз распределитель западного столичного узла. Мне ж сюда? Или куда? А, ну да, туда. Куда ж еще? Кстати, надо сохраниться. Блин, опять не то нажал. Система. А, не могу, блин. Наверное, то, что территория вражеская. Не упасть бы, блин. Ничего, ничего, чувак, донесешь.
Стой, куда тебя, блин, понесло-то нахер? Я куда-то не туда залез, блин. Мне-то надо вон туда. Давай. Притащим им всякую всячинку. Кстати, я могу уже сохраниться, блин, не туда опять. Система. Не, нифига. Пока не сделаю задание. О, не то. Я так и не понял, как этой нитью, блин, пользоваться. Отлично. Может, кто пойдет. Волы. Наркоманы, гоняющиеся за кайфом. Жаль, что нам приходится их делать. Раньше все делали компьютер. Грузы доставляли машины и беспилотники. Да. Нам оставалось только смотреть, как они работают. Это была революция. Практически сингулярность. Должно было прижиться, но не прижилось. Людям не понравилось, что мы удалили из обслуживания человеческий элемент. Поэтому после некоторых раздумий мы вернули его. Создали ненужные рабочие места и дали людям, которые не могли без них жить. И покатился снежный ком. Теперь у нас есть диктанты, поклоняющиеся грузам и ворующие поставки. Ха-ха-ха! Выслеживающие курьеров. Постарайся им не попасться. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Да, все доставил. Оружие блокировано до вашего выхода. Груз проверен. Спасибо. Чуть осталось, блин. Ох, я нагрузился-то. Не падай, блин, чувак. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Да, я здесь. Так, выполнение заказов. Доставить. Доставка запрошенного груза. Подтвердить. О! Пора привести херальный принтер в рабочий вид. Извини, что так тебя нагружаю, но поверь, дело того стоит. Верит. На машине не царапинки. Я и не сомневался, что справишься. Да. Ну во. Доставлен.
пройденная дистанция. Полторы тысячи. Время и за вес грузов 3. Сэм, как там твоя обувь? Думаю, в таких условиях она вряд ли в хорошем состоянии. Понятно. Ничто так не портит рабочий день, как отлетевшая подметка. Если ничего не предпринять, рано или поздно получишь травму. Я добавил в список припасов ботинки. Стандартная модель Бриджес, так что тебе подойдут. Отлично. Если носить с собой хотя бы пару. Но если забудешь или попадешь в беду, то сможешь изготовить новый через один из наших терминалов. Понятно. Полученные новые данные интервью, некроз и древнеегипетские представления о смерти 2 года спустя распределить из-за вот, да, хиральной сети и так далее. Так. О. Отлично, Сэм. Похоже, твой уровень связи растет. Да. С повышением твоего уровня связи вырастет и количество ресурсов, которые ты сможешь взять в комплексах. Понятно, окей. Колесо доступно для использования, понятно. Где там, блин? Окей, не туда, не нажать бы. Далее. Часть пропускной способности апдейта теперь доступна Сэму. 2320. Вы можете возвести дополнительные постройки в зоне хиральной сети. Понятно. Уровень связи повышен, доступно, возможное количество. Далее, понятно. Далее. Утерянный груз. О, сколько. Утерянный груз. Материал для большой стройки. Лайки от отправителя. Далее. Грузчик многосей. У меня там 2 нижние ноги выросли, а верхний, блин, нихера это. А, то есть по времени, блин, я это медленный. Чтобы знать бы, где тут что. Объем заказа. А, время доставки. Разное состояние грузов. Мост, связь. Ладно. До встречи. Поздравляю, Сэм. У тебя теперь есть доступ к хиральному принтеру. Это невероятно полезное устройство. Работает только потому, что наша сеть использует свойства берега, позволяя нам мгновенно передавать огромные объемы данных. Так как в обычных обстоятельствах на это ушли бы часы и даже дни, кое-кто полагает, что хиральная сеть — это фактически машина времени, которая передает данные в прошлое. Мы пока еще не совсем понимаем природу этой сети и берега, хотя уже полагаемся на них. У нас такие же отношения с ней, как у первобытных людей с огнем. Она полезна? Очень. Она опасна? Несомненно. Однако же мы решили, что польза превышает риск. Более того, поскольку твари связаны с берегом, его стоит изучать и экспериментировать с ним. Это может принести большую пользу. Конечно, это же можно сказать и про тебя. Не сомневайся, я сообщу тебе, если что-то узнаю. Честное слово. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Да мне еще надо доставить, тут у меня еще до хрена. Переработка. Так, доставить тут все. Переработка. Металлы. Переработать. Смолы. Переработать. Металлы. Переработать. Ботинки мулов.
или работать? О, ботинки эти надо переработать. Подтвердить. Распределитель. О, блин. Так. Изготовить снаряжение. Ботинки. Одни хватит. Подтвердить. Надеть обувь. Эти в хорошем состоянии, эти тоже в хорошем состоянии. Так, что у меня прикреплено к костюму? F. Одна лестница, одна ПХК, один крюк. Хватит мне. Все. Подтвердить. Ну и теперь можно выполнить выполнение заказов. Заказы для Сэма. Сбор хиральные кристаллы. Опять туда к этим идти, блин. Ну, черт. Подтвердить. Выбрать. Получение заказа. Все. Выбран. Инструктаж. Что там? Сэм, вокруг распределителя образовалось большое количество хиральных кристаллов. Между прочим, хиралий в схемах твоего Кьюпида взят именно оттуда. У нее много функций, в том числе изготовление снаряжения. В общем, они ценный ресурс, который нельзя упускать. Хартман все подробно тебе объяснит, но такие кристаллы на деревьях, конечно, не растут. Если увидишь скопление, сделай все, чтобы их собрать. Ведь только люди с Дум могут это сделать. Конечно, если у них есть нужное снаряжение. Я прослежу, чтобы его добавили в твой список. Сэм, это Хартман. Обнаружив берег, мы начали наблюдать не только невиданные доселе явления, но и новый вид вещества — хиралий. Я говорю новый, но он, несомненно, существовал с момента рождения Вселенной. Мы полагаем, что он был всегда, как темное вещество и определенные частицы. Однако мы не замечали его, поскольку никак не могли его увидеть. Хиралий, похоже, совершенно не подчиняется известным нам законам физики. Он может остановить время или двигаться против его потока. Иногда он даже игнорирует гравитацию. Он может останавливать и обращать вспять время, а также заставляет объекты парить. Для его сбора и хранения необходим особый цилиндрический контейнер. В общем, его образцы крайне важны для наших текущих исследований. Ну все. Не-не, отмена. Ну все. А, получение заказа, все.
Он уже выбран, блин. Что мне тут надо сделать? Выбран заказы Сэма. Все. Подтвердить. Отменить. Выбран. Нет. Ну как отсюда выйти-то, блядь? Не отменить. Получение заказа. И опять я здесь, блин. А, вот. Подтвердить. Все. Подготовка до доставки. Погрузить все. ПХК. Вот для выда. Держишь в руках коллектор кристаллов. Как понятно из названия, в нем хранятся собранные тобой кристаллы. А, позволь мне описать твою добычу. Хиральные кристаллы похожи на золото, и часто их можно найти в формациях, напоминающих отпечатки ладони. Камни и обломки обычно парят невысоко над землей. И чаще всего встречаются там, где высокая влажность. Все запомнил? Дождь, парящие камни, золотые ладони. Три признака. Внимательно ищи их, и тогда найдешь кристалл. Если там... ты наблюдательный, то, возможно, уже знаешь, где искать. Спасибо за ваш вклад. Собрать не менее 1 килограмма хиральных кристаллов. Ну, пойдем, ладно, блин. Выйду на улицу, блин, и сохранюсь. Сканирую. Счастливого пути. Так, ну что, друзья, перерывчик. Эти херовые кристаллы пойдем искать в следующей серии. Пока, с вами был Олд. Покеда.